Всем привет, дамы и господа, и подписчики моего канала, вы на канале Отличник Лайф, и сегодня со мной в новом видеоролике я напомню вам, что у меня есть 4 700 000 рублей, Mercedes E63 в полном тюнинге, и сегодня мы будем искать новое место жительства для этого чувачка Анонимуса, который состоит в байкерском клубе. Попробуем найти что-нибудь стоящее, и заодно передам привет Анзор Русу. И помогу ему, естественно, с квестом, когда запишу начало. Не забывайте вводить мой промокод Левонти, который у вас сейчас на экране в двух видах. То есть это вот именно оно. Вводите его, получаете, соответственно, на 5 уровне 100 тысяч рублей, на 10 уровне 200 тысяч рублей, покупаете квартиру, какую-нибудь дешевенькую машину и начинаете свое выживание на этом проекте. Давайте поможем этому добряку. Все, дружище, добавил. Я так понял, у него там квест какой-то, он мне позвонит и так далее. Но мы с вами сейчас заберем, наверное, мой Mercedes. Тут есть парковочка, вот эта вот стоянка. Забираем его и, наверное, едем в нотариальную контору, а точнее в риэлторку. В риэлторке мы посмотрим, какие есть свободные дома или квартиры. Я все-таки решил, что на доме я останавливаться не буду, хотя поищу его, попробую найти. Но не знаю, повезет мне или нет. Скорее всего, выбор сделаю свой в сторону квартиры. Хотя квартира будет не такая удобная, без сейфа, без ничего. Поэтому сейчас будем смотреть, будем искать вообще, что можно из этого будет сотворить. Вам я желаю в любом случае приятного просмотра. Ролик будет достаточно средним, наверное, по продолжительности. Потому что, по сути, мы здесь собрались только за одной целью, обновить мое место жительства. Вот. Но в любом случае, желаю вам всем приятного просмотра. Вот я прибыл в риэлторскую контору. Давайте посмотрим информацию о недвижимости. Вообще, что у нас тут есть? Начнем с каждого пункта. Дома-должники, то есть это дома, которые можно ловить. То есть это у которых оплачено 3 часа и менее. Давайте глянем. Таких нет, потому что все уже словили либо оплачивают дома. Свободных домов тоже нет, все куплено. Свободных квартир. Ну, их тут, понятное дело, миллион. Вот. Например, 100 тысяч рублей, самая дешевая квартира. А вы говорите то, что квартиру невозможно купить. Мне кажется, все возможно. Ну, как бы видите, список квартир. Вот давайте посмотрим квартиру номер один, да? Где она находится? Блин, я ее купил. Слушайте, ну неплохая так-то квартирка, да? Приятненькая. Я думал, мы посмотрим, где она находится, а я ее купил случайно. Ну ладно, у нас тут, в принципе, интерьер хороший, по комнатам тоже все понятно, руки можно помыть. Сейчас главное все оплатить и вообще посмотреть, где она находится. Потому что я что-то вообще не понимаю даже близко, где я могу находиться на данный момент времени. Давайте все свои потребности утолим, сделаем. Ну да, видите, все работает. Туалет работает, раковина работает, как бы другого и не надо. Ну, квартирка так-то неплохая, переехать на первое время, начать свое, так скажем, выживание. В доме нажились. Выйдем из квартиры, посмотрим, где она вообще. Квартира номер один. Ну, удобно зато вниз спускаться сразу моментом и здесь. Давайте, наверное, посмотрим, где она находится, потому что я что-то даже не понимаю. Ага. Парадная номер 19. Мы находимся с вами... Где это вообще? Это Батырёво, по идее, где-то... Короче, где-то мы в Батырёво находимся. Я себя на... вот она, вот я. Жесть. Ну, слушайте, квартира так-то неплохая, да? Скажу вам честно. Квартира так-то неплохая, как бы все сделано нормально. Давайте ее оплатим тогда и заберем наш транспорт. Есть. Сейчас. Оплатим ее, наверное. На сколько часов? Ну, на 500, да, например. 21 день, хватит. С машиной-то что делать? Где машина-то моя? Машины что-то нету. Ладно, сейчас разберемся. Не знаю, помог ли перезаход. Да, помог перезаход. Вот моя машина появляется. Что у меня вообще в багажнике? В багажнике у меня самые важные штучки остались. Это отлично. Ну, в такой квартире поживем. Посмотрим, что вообще из этого получится. Как бы становлюсь поближе к народу, ребят. Будете жить в квартире парадная номер 19, приезжайте ко мне в гости, как бы квартира номер 1, заходите. Хотя дверь закрыта, но да ладно. Но 100 тысяч рублей стоит квартира. Как бы ее системный функционал, он предельно прост. Вы как бы заходите, покупаете, оплачиваете ее на определенное количество часов, которое вам надо.
И все. Хотел переехать подальше, а по сути живу также у своего дома. Давайте проверим, кто владелец. Ну, владелец должен быть тот, который покупал. А, нет, уже перепродали, да? Ну, барыги. Барыги уже перепродали мой дом. Ну, ничего страшного, как бы мы теперь живем в квартире. Будем смотреть вообще, что по функционалу и так далее. Но пока что предельно все ясно и понятно. Это нормальная тема. Все, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Левонтий. Вводите мой промокод. На 5 уровне он даст 100 тысяч рублей, на 10 уровне 200 тысяч рублей. Не забывайте играть, не забывайте расслабляться и кайфовать на проекте Amazing Online. С вами был я, Левонтий. До новых встреч и всем пока-пока.